Короче, всем привет, это туториал, как удалить доту, чтобы исчезли лишние хромосомы, там много чего лишнего исчезло, и появилось что-то полезное. Для этого вы заходите в Steam, у меня в панели пуск, нажимаете левой кнопкой мыши, внимание, левый, не правый. А потом, когда зайдете, заходите в библиотеку, домашняя страница, и видите то, что тут все нормально. То есть тут роботы какие-то, Various моды, People Playground, Half-Life, Among Us, но есть две, даже три помехи, хотя нет, две. Это Counter-Strike и Dota 2. Как видим, по часам тут у меня три хромосомы, а тут... нет, не надо. А тут у меня 8 хромосом. И чтобы это исправить, давайте лишние три хромосомы уберем. Нажимаю правую кнопку мыши. Правую кнопку мыши я долго изучал туториал, это просто очень сложно было. Тем более, если вы играете за 3 часа, как и я, то реально удаляйте доту, не делайте так. Берем правую кнопку мыши, я долго сейчас туториал, я всем советую. Посмотрите туториал от Creeper 2004, как удалить папку и создать. Это очень приятный туториал, реально. Вот, сейчас наводимся пальцем, вот так вот, и нажимайте правую кнопку мыши. О, все, мы это сделали, получилось. И потом листаем посложнее. До управления, представляете, управление, то есть вы можете управлять хромосомами. Для этого мы берем и нажимаем удалить устройство. Вот, нажимаете синюю кнопочку, и у вас попадают лишние хромосомы. Но мне это не надо, все-таки я же учу химию.